квартирах на последнем этаже в этом доме на Мичурино в любую непогоду случался потоп. Жители били во все колокола, и, наконец, по программе капитального ремонта крышу привели в порядок. Испытание зимой она достойно выдержала. Снимали всю крышу, после настилали нам сначала эту гальку, потом заливали битумом, потом уже опять этим чем-то там крывали, и два слоя вот этот. Но зима у нас прошла очень хорошо. Сливы не было. У нас этот стёк сделали. Ну, все нормально пока. А этот дом на улице Льва Толстого был построен 100 лет назад. И до того, как фонд капитального ремонта им занялся, он выглядел весьма плачевно. Теперь же фасад очистили от пыли, заделали швы, провели гидроизоляцию и утепление. А затем покрыли поверхность декоративной штукатуркой и водоотталкивающим составом. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал, по стенам трещины, вся штукатурка практически была отвалена. Ну, трещины очень глубокие. Мы даже хотели как бы его снять, как аварийный дом, но сказали, надо его восстанавливать. Сегодня большое внимание уделяется ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Это делается для того, чтобы предотвратить опасность аварийного обрушения и сделать проживание собственников в доме более комфортным. Когда заходим на такие объекты, мы, соответственно, с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят, и, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели, и с соответствующим качеством. По региональной программе капитального ремонта в регионе уже привели в порядок более 2000 домов. Выросла и собираемость взносов, она уже почти достигла 100%. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.